Криптовалюта GMT, сочетающая функции социальной сети и GMFI, была запущена в сети Solana в марте этого года. Это токен управления блокчейном Stepn, который позволяет пользователям предлагать и голосовать за проекты и распределение ресурсов. Кроме того, токен используется для таких транзакций, как покупка товаров. Сеть блокчейна Stepn имеет два токена – токен Green Metaverse и токен Green Satoshi. GMT отличается от GST тем, что его максимальная подставка ограничена 6 миллиардами единиц. Он ежеквартально сжигает и выкупает токены GMT, чтобы сбалансировать предложение. Текущее количество монет GMT в обращении составляет 670 миллионов монет с рыночной капитализацией в 1,3 миллиарда долларов. О курсе и статистике этой криптовалюты вы можете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, курсы криптовалюты нестабильны, поэтому говорить об их цене в долгосрочной перспективе глупо. Так что сами проверяйте. Через несколько минут я вам покажу, как можно проверить и купить криптовалюту через Gate.io. Пользователи GMT получают вознаграждение за ходьбу, бег и бег трусой. Приложение Stepn Web3 пробуждает людей заниматься фитнесом, пропагандируя здоровый образ жизни. Эту модель «двигайся, чтобы заработать» похожа на модель «играй, чтобы зарабатывать». Многие инвесторы надеются, что GMT повторит успех Axie Infinity, одного из самых успешных P2E. Концепция «двигайся, чтобы зарабатывать» сочетает в себе элементы Social Fee, NFT, Game Fee. Продвижение здорового образа жизни, а не просто игры, делает их уникальным. По сути, вы должны выйти на улицу и использовать немного энергии. Сторонники движения, чтобы зарабатывать, отмечают, что сектор фитнеса и хорошего самочувствия в настоящее время представляет собой индустрию с оборотом в 36 миллиардов долларов. Потенциал экосистемы GMT заключается в будущих проектах с большим количеством биржевых списков и партнерских отношений с крупными спортивными брендами. Приложение Lifestyle получило начальное финансирование в размере 5 миллионов долларов от венчурных капиталистов, включая Folius Ventures, Almedia, Richards и Solana Ventures. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получаете 20% скидку на туркомиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Мы рады показать людям реальные криптографические приложения, и Stepn один из лучших примеров. Stepn удается сделать весь процесс простым и понятным. Тренируйся по 10 минут в день и зарабатывай, сказал руководитель компании в сообщении Telegram. Приложение вознаграждает пользователей за их шаги в собственной криптовалюте. По данным CoinGecko, GST увеличился на 50% за последние 30 дней. Но для получения вознаграждения требуется владение NFT, как в гиганте P2E акции Infinity. Пользователи Stepn могут обменять свои CUL на кроссовки NFT в мобильном приложении игры, и тогда не начнут бегать. Эти туфли летают. По словам Мангани, Stepn видит ежедневный объем торгов NFT на Solana на сумму более 12 миллионов долларов. Бывший генеральный директор предприятия домашнего фитнеса Breeds Happy сказал, что проект привлекателен для пользователей, потому что вам не нужно покупать велосипед за 1000 фунтов или пилотон. Ребята, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда вам советую Gate.io. Я вам уже рассказывал, почему я именно так думаю. Также вы можете получить 20% скидку на торг комиссии, переходя по
ссылка в описании. Но не забудьте одно, ваши средства только в ваших руках. Будьте предельно осторожны, иначе потеряете все свои ресурсы. А если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы сумеете прочитать новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите и подпишитесь. Подпишитесь на YouTube канал, поставьте лайк и пишите, что думаете об этой криптовалюте. До встречи!